Друзья, привет! Видео снимала Fix Price на Индустриальном 34, Санкт-Петербург. Покажу вам новинки и полезные товары в этом магазине. Приятного вам просмотра! И меня попросили показать все цветочки, которые имеются здесь, искусственные. Озвучивать не буду, буду медленно показывать ценники и сами цветы. Надеюсь, все хорошо видно. Полезная новинка – это защита от комаров жидкость «Тайга детская» на 20 ночей. Содержит масло полевой мяты, не имеет никакого запаха, подходит для детей от 1 года, используется только с электрофумигатором. 69 рублей. Детское туалетное мыло 4 кусочка по 100 граммов, 135 по карте Fix Price. Невская косметика. Также есть натуральное детское мыло с кремом 6 кусочков, 79 рублей. Набор простых утолщенных карандашей треугольной формы 4 штуки. И также в наборе есть точилка 79 рублей. Новая серия книг с крупными буквами и яркими сюжетными иллюстрациями. Вот в данной книге «Пряничный домик», «Синяя борода», «Спящая красавица». Посмотрите, какие крупные буквы для первого чтения. Также есть сказки и Андерсена. Потешки, стихи, загадки. Классные книги, плотные глянцевые странички. К сожалению, цены пока не было. Русские народные сказки. Яркие красивые скакалки, длина 2,3 метра. Ручки разноцветные, и скакалки тоже разноцветные, 99 рублей. Также привезли мячи футбольные, 399 рублей. Новинка – цветной арома, густой гель «Доместос», антиналет плюс блеск, не содержит хлора, аромат освежающий цитрус. 750 миллилитров, пока цены не было. Также есть продажи «Доместос непобедимый» 149 рублей и большая бутылка за 199 рублей. Кислородный отбеливатель «Персоль», не содержит хлора, удаляет пятна от фруктов, кофе, вина, чая, ягод и так далее. 200 граммов 29,50. Сюда также поступили вот эти ведерки кислородные. Универсальный очиститель всего в доме, чистит, моет, стирает, 1 килограмм, производитель Москва, 299 рублей. Также поступило средство для стирки штор, гардин, занавесок, Селена с активным кислородом, 79 рублей. Вновь поступили цветные ведра на 12 литров, толстый пластик 149 рублей, сиреневые и синие. И также есть прямоугольные ведра на 8 литров 149 рублей. Изогнутые щетки для чистки в самых труднодоступных местах 39,50. Большой ассортимент губок для мытья посуды покажу просто обзором. Посмотрите, целые горы. Новые женские футболочки, посмотрите, какие хорошенькие, апельсинчиками, с очень коротким рукавом, отлично просто сшитые, 100% хлопка. Поставщик Москва, а изготовители не написали. Вот это вообще прелесть, с нежным рисунком. Нашла размер 44, 46, 48, возможно, есть больше, только выносили. А это третий вариант, и пока цены не было. Не знаю, показывала вам такой кошелек или нет. Очень приятный на ощупь, мягкий.
такой стеганый, внутри масса карманов. Нашла синие, темно-серые, светло-серые, бежевые. Цена 249 рублей. Не знаю, возможно, были. Маникюрный набор в футляре. Туда входят кусачки, пилочка, пушер и пинцет. Изготовленные инструменты из нержавеющей стали, 249 рублей. Большая очень кисть для макияжа, кабуки, 199 рублей. Заглянем в отдел посуды, посмотри, все полки забиты, всего полным-полно, новинок очень мало. Вот довозят то, что разобрали, емкость со стеклянной трубочкой, бамбуковой крышкой, 660 миллилитров, красивая емкость, 249 рублей. Бутылки для воды довезли, 560 миллилитров. Материал санпластик, 124 рубля, разные расцветки. Кувшин мерный, 800 миллилитров, боросиликатное стекло, мерная шкала с узорами. Узоры разные, 199 рублей. Ну вот это новинка, вот такая кружечка походно-дорожная, можно за что-то зацепить, специальная ручка вот такая, 300 миллилитров, это пластик, производитель Россия. Есть красные, молочного цвета, ярко-зеленые, 24 рубля 70 копеек. Из той же серии тарелочки с крышками, 18,5 сантиметров, также производитель Россия. Цены на них пока не было. Крышка очень плотно закрывается. Еле открыла, потом закрыла. Расцветки такие же, как у кружек. Красные, молочные и ярко-зеленые. Опять довезли очень много контейнеров для яиц с крышкой. На 12 ячеек. Целая большая стопка. 174 рубля 50 копеек. Скатерти 120 на 150 сантиметров. Привезли очень много. Вот такие красивые, с объемными цветами, с кружевами. Материал поливинилхлорид. Есть ярко-белые, белоснежные. И есть светло-светло-кремового цвета. 249 рублей. Тарелочка с волнистыми краями, это опаловое стекло, посмотрите, какие красивые новые цветы и бабочки. 20 сантиметров, написано было 69 рублей, есть с одуванчиками. Тарелочка глубокая, 17 сантиметров опаловое стекло, нашла только с одуванчиками, с такими цветочками не было, 83 рубля. Корзина для фруктов, это последний завоз. Углеродистая окрашенная сталь, 199 рублей. Очень крепкий металл. Мужские носки не очень высокие, но пяточка вот такая завышенная. Одна светлая пара, остальные все темные. Темно-синий, темно-зеленый, с полосками, без полосок, 82% хлопок. Производитель Россия, 62 рубля. И шоперы, что я вам вчера показывала, здесь обнаружила вот такой черный с ромашкой. 100% хлопка. И с котиком. Очень плотные, 249 рублей. Цена повысилась. Магазин «Кари» в торговом центре «Июнь», Санкт-Петербург. Появилось очень много новинок. Давайте все рассматривать. Приятного вам просмотра. Такие красивые сервизы вам показывал на 6 персон. 4000 с цветочками. Есть вот такие. Вот такое со скидками. Стоил 8000. 6. 15 предметов. Сахарница, молочник, чайник. Чайные пары. Это новенькая тарелочка. Вот такая. Ой, даже маленькая пчелка есть. 300 рублей такая тарелка стоит. Салатник стоит 400. Так,
такого я тоже не видела, но ценника не наблюдается. Посмотрите, какая интересная чашечка. Хорошенькая, с блюдечком. И чайник. Наверное, это сервиз. Ценника нет. Салатник. Посмотрите. С цветами. Золотой окантовкой. Так, скидка. 300 рублей стоит. Стоил 400. Этих ярких я тоже не видела. Но ценников нет. Ну, есть вот такая тарелочка десертная. Я люблю яркие вещи. Тарелка десертная. Так, материал. Материал тоже не... Керамика. Глубокие такие тарелочки. И большие блюда. Цены нет. Простите. Видите, какое блюдо. Золотое. С этой стороны серебряное. Также нет цены. Но необычное. Посмотрите, какая конфетница. Красивая на ножках. Также без цены. Это стекло. А вот такой огромный салатник. Стоит 1000 рублей. Ага, вот они в коробке упакованы. Салатник 24,5 сантиметра. А это сахарница. Ничего себе. Очень уж большая. Сервировки в форме звезды. Стоило 550, сейчас 300 рублей. Стекло. Золотая окантовочка есть. Так, вот такое блюдо. 300 рублей. Вот такой маленький салатничек. 300. Это тоже новинки, но также без цены. О, ничего себе. Вот. Вот с таким отливом, радужным, красивым, золотой окантовкой салатник без цены. И есть такой же большой. Какие красивые стаканы. Они не с двойными стенками. Также пока без цены. Красивые. Есть вот такими яркими цветочками. Красота. Нет ценника. А наборы вот таких стаканов с лимончиками. 6 штук стоит. На 50% дешевле. 600 рублей. В коробочках привезли кружку с подставкой. Без цены. Смотрю, там бабочка, мак. Вот такие кружки без подставки с собачками есть. Но нет цены. Кружки я вам показывала в начале видео. Салатник огромный. Есть такие кружки бесценные. Пока. Такой набор с мишкой, набор емкости для хранения, 9 предметов, лоток, большие стаканчики, маленькие стаканчики. А вот они. Ой. Стаканчики с мерной шкалой из стекла и крышкой силикона сладкой. Два маленькие, два большие. А подставка такая, как мишка. И стоит это... 400 рублей, стоило 800. Ну, поверим. Для хранения в новых упаковках вот так пакеты фасовочные, 150 штук, 20 на 30 сантиметров. Пока без цены. С вишенкой, с клубничкой. Так, есть набор пакетов для хранения, 20 штук. Вот такие треугольные. Зип-замком, кстати, также без цены. И есть набор пакетов вот таких, также треугольной формы. 15 штук. 27 на 27 сантиметров. Без цены. Тоже не видела, смотрите, как деревянная подставка и емкости. Из стекла с крышкой. Смотрите, классно. Крышка с силиконовой прослойкой. И еще вот такие баночки. Три баночки и три вот таких емкости на подставке. 1500. Друзья, спасибо за внимание. Итак, вошли мы в Эрмитаж по парадной Иорданской лестнице. Сейчас направимся в Петровский зал.
парадная отфилада Зимнего дворца, ведущая к тронному Георгиевскому залу, который предназначался для церемониальных выходов императорской семьи, приемов и балов. Там так красиво, все сверкает. Затем мы посетим гербовый зал и военную галерею. Друзья, не буду я вам мешать. Смотрите, рассматривайте, восхищайтесь. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи и пока. Такие двери красивые. Да. Ёпарство. Александр I на коне.